Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевили. Знаете, у вас есть такая функция, когда вас спрашивают, а можно ли разрешить этому пользователю просмотр там ваших контактов, файлов и так далее. Ну, то есть бывает такая у меня функция, в принципе, предупреждение и разрешение. Здесь попросили все, и тут ужастик. Такое как бы чувство, зачем ужастику, блин? Мои контактные данные. Ха-ха-ха. Где-то вот здесь вот есть смысл, но я думаю, он очень печальный. Печальный. Ну да. Давайте посмотрим. У нас первая ночь, мы являемся уже на пятой секунде практически самыми адекватными людьми, наверное. Так, нужно нам квест собрать. Я фигню занимаюсь. Подожди-ка. Тут смотрите. И оказывается, вон там враг, а ты типа вот бегаешь где-то. Вот так вот. О, нужно вовнутрь зайти, кстати. Окей, во внутрь я зашел. А как дальше? Бля, может враг здесь реально враг, который меня сейчас нагнет? Может увидеть его можно? Бля, а выход вон, впереди? Или нет? В принципе, вход должен здесь вот на центральной площадке. Вот он вход. Такой типа, блин, пацаны, надо открыть дверь. О! Плюс бяться, что? Так, берем лопатку. Или ключ этот. Мне кажется, это ключ. Ага. Ага. Мы спрятались, короче. Хо-хо! Смотрите. Это эти. Бежим нахер! Бежим, сучка! Бежим, блядь! Хайдинг. Он меня заметил, кстати. Нет, он меня не заметил, и мы... Я думаю, а что такое, кстати? Плюс 5 бонусов. Начали дышать, и он меня заметил, да? Здорово, чувак. Братов. Я не знал, что, например, заканчивается дыхание. И он станет настолько несвежим, что тебя замечает сам вождь. Так, ладно, давайте возьмем пару ключей, короче. Нужно взять вот пару ключей. Вот этот ключ от машины. Это хуйни. И мы типа спрячемся. Чувак, давай. Ой! Тут уже курица. Блин, да, быстрее сматывайся. Фу, курица. Фу, печёночная курица. Она дойдет до куда-то. Так, вот открыто мы открыли. Так, и мы теперь надо дойти, короче. Ага, бежим нахер отсюда быстрее. Тут ключи открывать его. Здорово, брату. Мы его высвободили. Хотя, не знаю, знаете, он идет обратно, и мне кажется, он бы надрал нам зад. Вторая ночь. Что-то я не понял, почему здесь вторая ночь, а это все здесь одинаково. Ну что, мне надо будет то же самое сделать. Тогда смысл вообще от всего происходящего. Эй, чувак. Это с лиса. Стрекозиная коза. Иди в жопу, короче.
Открываем окошко опять. И лукошко мы откроем. Так, здесь, наверное, нету. Опа, он назад идет, смотри-ка. Ага, посмотрел. Идет назад, и мы, в принципе, сейчас возьмем эту секретную комнату и откроем. Братов, здорово! Далее. Добрый, ребят, ну одно и то же, нет. Я думал, здесь хотя бы что-то поинтереснее, здесь одну и ту же комнату проходишь 3-4 ночи. Зачем мне это надо? Не понимаю, для чего. Типа дабл спид, инвизибли и всякая фигня. Нет, здесь ничего такого интересного, ребят. На этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.